я под большим впечатлением. Тест-драйв прошел очень удачно. Повезло с погодой, хоть и шел снег, зато была возможность протестировать шины как в снежную погоду, так и просто на гололеде. Новая резина Spike 02 более уверенно на змейке себя чувствует. И мне показалось, что на льду более уверенно. Короче, тормозной путь получается. Действительно чувствую, что вот стало чуть лучше. Каких-то просто в какой-то поворот ты входишь чуть резче, а тормозишь ты чуть быстрее. Но вот это вот чуть, да, оно выражается потом на реальных дорогах в метрах, в секундах, а в результате спасает кому-то жизнь. Погода меня сегодня вызывает небольшое сомнение, но я считаю, что все этапы предусматривали разные варианты и погодных условий в том числе, поэтому есть возможность оценить качество продукта вне зависимости от того, что происходит. Тест-драйв интересный, очень понравилось, что условия были близки к нулевым, потому что это самые тяжелые условия для шин. Был переход на некий качественно новый уровень, это форма твердосплавной вставки применена, более широкая, так же как у конкурентов у основных. Плюс к тому изменен состав резиновой смеси, появилась силика, это очень важно для сцепных свойств на мокром покрытии, на льду, на снегу. Вместе с улучшением качеств, таких как торможение, управляемость на сложных поверхностях, шина еще стала более надежной в том плане, что увеличился ее ресурс, и у нее гораздо труднее вырвать шипы. Это, во-первых, разгон торможения приятно удивили, ну и управляемость, вот особенно по прямой, там больше 120 мы разгонялись с ребятами. И довольно-таки неплохо перестраивается, все понравилось. Я даже думаю, летом на ней кататься буду.